За нарушение правил дорожного движения сотрудники Следственного комитета будут нести дисциплинарную ответственность, а не административную. Такой законопроект рассмотрят в Государственной Думе. О других инициативах народных избранников в обзорном материале программы. В России появится служба воздушных маршалов. Решение о внедрении специально обученных сотрудников транспортной полиции приняли в связи с участившимися случаями хулиганства в самолетах. Новые стражи порядка еще в аэропорту будут присматриваться к пассажирам и определять потенциально опасных. Затем в штатской форме воздушные маршалы будут подниматься на борт и там следить за порядком. Особое внимание будет уделяться выявлению неадекватных пассажиров еще до их посадки в самолет. Сотрудники Следственного комитета будут нести дисциплинарную ответственность за нарушение правил дорожного движения. Решение о наказании будут принимать их непосредственные начальники. Такой законопроект рассмотрят в Государственной Думе. Сегодня сотрудники Следственного комитета несут административную ответственность на общих основаниях. Авторы законопроекта говорят, что это ставит их в неравное положение с сотрудниками других спецподразделений, на которых распространяется лишь дисциплинарная ответственность при нарушениях правил. Еще одну инициативу предложили народные избранники. Авторы законопроекта предлагают перенести выходной с 8 января на 31 декабря. Таким образом, хотят сделать предновогодний день нерабочим. По мнению депутатов, в этот день работоспособность жителей все равно невелика, потому что их мысли заняты предновогодними приготовлениями.